Уважаемый Михаил, Светлана и зрители канала, приветствую вас из России, из города Краснодара. Меня зовут Дыдынский Дмитрий, мне 35 лет. А в этом видео я расскажу о том, как канал повлиял на мою жизнь. Начал я смотреть канал не так давно, с начала этого года. И рад, что в море информации Ютуба удалось найти такой интересный, а главное полезный канал. Михаил, вы делаете большую серьезную работу, всесторонне показывая нам иную жизнь, иные возможности. А творческая атмосфера позволяет саму себе отвечать на собственные вопросы. Вы как-то сделали видео, в котором рассказали, в чем разница между фантазией и мечтой. Это к шагам, собственной мечте. А моя мечта – жить в Калифорнии. И вот мои шаги по направлению к моей мечте. Я начал участвовать в лотерее. Также я принял решение трудиться в IT-сфере. И по этой причине я посмотрел ваш курс по тестированию на Ютубе. Также сейчас читаю профильную литературу и форум. В будущем планирую учиться в вашей школе и жить и трудиться в Силиконовой долине. Также я занялся английским языком. И, Михаил, так как я, как и вы, считаю ваш канал полезным, позвольте дать скромный совет зрителям. Если для кого-то важен также язык, как и для меня, и вы еще не смотрите ежедневные влоги англоязычных блогеров, попробуйте сделать это. Ваш мозг, скорее всего, совсем скоро примет так же легко новую языковую среду, как будто вы всегда говорили на этом языке, вы начнете понимать все в целом без перевода на конкретные слова. В завершение своего видео позвольте пожелать вашему каналу миллионного подписчика, а вам и Светлане крепкого здоровья, счастья, успеха. Также поздравляю вас с прошедшими юбилеями переезда в Соединенные Штаты и вашей свадьбы. Зрителям канала желаю также успеха и идти к собственной мечте. И далее получать от канала Silicon Valley Voice то, ради чего каждый из нас с вами здесь. Всем пока!